И всем привет, с вами Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я буду играть на своей основе и... Так. Окей, я все настроил, я настроил камеру, настроил все. И сейчас я буду играть в напарники со своего аккаунта на основе. Итак, вот, то есть мой аккаунт обычный, и сейчас я перейду... на свою основу. Мы будем сегодня путь до глобала, короче, делать. В общем, всем, кому интересно, подписывайтесь на мой канал на Навасов и следите за этим. Итак, ребят, я зашел на свой основной аккаунт, и сегодня я буду играть. Итак, смотрите, что у меня есть здесь, с чем я буду играть. Это за КТ, это за Т. Дальше, мы идем, значит, к нашим вот этим вот пушкам. Здесь можно выбрать, у меня есть МК Void, да, получается. Так, здесь у меня все самое крутое. Будет у меня, опять, Крэмбит Легенды. Перчаточки я возьму. Багряный узор, потому что багряный узор мне нравится. Ну, а вы как хотите, я не знаю, вы все равно смотрите видеоролик. Окей. Avalanche AM и 2015, потому что она мне нравится. Все. Ребята, все, давайте погнали, значит. Так, погнали. Играть тогда. Итак, мы начинаем играть. Давайте я закуплюсь. Допустим, так я закуплюсь пока что, пока это пистолетный раунд. Погнали. Я буду с USP-ом, потому что это проще. Не буду закупаться. Так. Убили мы. Окей. 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 Погнали дальше, опять туда пошли. Погнали, погнали. Вообще какие-то изи, что ли, ребят, вообще. Здесь вообще изи какие-то, ребята. Странно даже как-то. Окей. Путь до глобала, так путь до глобала, в принципе. В принципе, не важно. Все, бомбу выбили, все круто вообще. Выиграли, все. Вообще изи. Изи. Просто изи. Ну, ладно, погнали. Давайте выиграем. Тогда уж. Надо выиграть. Надо выиграть. Чисто. Окей. Окей, все чисто. Я буду где-нибудь здесь тогда сидеть. Что там такое? Опа! Я даже не понял, что это. Окей. Ладно, ладно. Погнали, погнали. Окей.
Что? Давай, хоть ты затащи, давай. Ты хоть затащи, давай. Затащи, затащи. Что? Что? Что, блин? Лол, что? Что, блин, хедшоты? Что? Ладно, ладно, наверное, не знаю, что. Ладно, пошли-ка. Что-то мне это не понравилось особо. Окей. Давайте выиграем сейчас. Так вот мы выиграли, в принципе, нормально. Так, дальше. Что он сделал? Два хеда. Ну ладно. Может, повезло ему. Все же беркуты, ладно, играют. Нормально. Окей. Давайте сейчас... Должны мы победить. Мы должны победить. Уже команды сменятся. Круто вообще. Так. Че, опять по низу они пошли? Я... Они плыть пошли, наверное. Жо. Опа. Внизу слышал, да. Нет, не он. Окейушки. Окей. Так, тихо, тихо, тихо. Запланьте, попробуй. Что-то жестко мне на него идти, конечно. Чел, давай, иди сюда. Где? Откуда? Откуда, блин? Как так? Давай, ладно, давай. Сейчас посмотрим. Все, найс, давай, дефьюз. Это капец, ребята, это капец. Лол. Мы выиграли все равно. Как он меня так убил, я не понимаю просто. Как так? Как он убил так меня? Я этого просто не могу понять. Ладно. Окей. Давайте я закуплю, я не знаю там что. Допустим, нет, аук не хочу брать, потому что это тупо. Давайте с SSG попробую сыграть сейчас. Я не знаю, как получится, но должно, по идее, получиться. Я не знаю, правда. Давно не играл с ней, поэтому... Блин, они уже планируют. Серьезно? Не попал. Не попал я. Давай. Куда ты идешь? Алло. Что? Опять! Опять! Он опять это сделал. Что он делает? Что он делает? Я не понимаю. Так, вот этот вот красавчик вообще стоит. Вот этот вот красавчик нормально затащил. Что? Это жестко. Это жестко, ребят, просто. Это жестко. Меня опять убили. Давай, раздефьюсь. Все, найс, найс, все, круто. Выиграли. Осталось два раунда. По идее, должны выиграть, давайте. Что? Что? Жестко, очень жестко. Что он? Просто как так? Все, 8-1, в принципе, нормально. Отыграли. Давайте, еще раз. Давайте. Я возьму калаш, допустим. Давайте. Я с калашом, а они без калаша. Давайте. Должно получиться. Давайте. Что? Опять? Как так? Как он это сделал? Я понять не могу, как. Как он это сделал? Вообще не понимаю. Ну, в принципе, ладно, сейчас. Давай, запланьте. Давай. Окей. Сейчас посмотрим. Как он так хэд дал? Просто как так? Как так? Все, найс, мы выиграли. Мы выиграли, ребят. Пока что это все. Да, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов.
Пишите комментарий под видео и всем удачи.